Вместе. Хорошо, сейчас будет вместе. Для начала я скажу речь. Сегодня 30 мая 2021 года. И у нас великая встреча двух государств, Украины и Польши. Да. Вот, представитель Польши. Как по-польски будет Виктор? Виктор. Виктор, да? Каркаде, это прохладненький, да? Да, да. Угу, хорошо. Так, ну что, за встречу, как вот этот на Эльбе, да? Да. Давайте чаем этим напитком каркаде. Египетским. Да, египетским. Вкусненький. Чем он хуже напитка, что в магазине продают, да? Да, как или компот. Да, или компот, да. На напитки, да, продают. Неизвестно что. А химию какую-то. Угу. Что у нас тут вкусненького? Мясо, колбаска домашняя, колбаска. Картошечка. Еще какое-то мясо. И еще какое-то мясо. А это четырех видов. Отбивнушки, да. Филейные. Отбивнушки, грибы. Такая ветчина. Это как шашлык, салат с капусточки. Клубника, там мороженое еще ждет, бананы. Так, кто отказался от гульбища, все, завидуйте. Да, не пришли, завидуйте нам. Все, завидуйте нам, все, кушаем. Ну вот я уже и дома. Ну что, с братом, конечно, побеседовали. Это ж он приехал, получается, в отпуск с Польши. Работал там из-за этого карантина, наверное, года полтора. Не мог ни он сюда приехать, ни к нему близкие никто не мог приехать. Ну что, хотела, конечно, может, поснимать, как бы, как он ответит на какие-то вопросы, но оказалось так, что особо снимать нечего, потому что кое-какие темы такие, наверное, не для всеобщего обозрения, когда он рассказывал какие-то нюансы насчет того, как там жить, какие там условия. Не, он, конечно, доволен. Просто, наверное, это не стоит никому рассказывать. Ну, вот лично мне. Это если бы он, допустим, там свой канал вел, или бы захотелось бы какую-то информацию до людей донести. А это ж он так делился, как бы, что там, как ему живется. Ну, на целый год он сделал как трудовая, как соглашение или трудовая виза. Вот, поэтому он как бы мог и сюда приехать, и все. Но чтобы там остаться на ПМЖ, он говорит, это не так все просто. Во-первых, надо там сначала 5 лет проработать, и, практически там, ну, отпуск, конечно, берется, но, в общем-то, тоже там свои нюансы. А потом после 5 лет одни документы подаются, а потом после 10 лет там, может быть, и то там смотрят на рассмотрение, это не автоматом, не всех подряд. Ну, и говорит, как, а пройдет 10 лет, мне же уже сколько будет лет? Говорит, еще ж так, чуть-чуть за 50, и уже ж они ж не захотят с тобой какую-то трудовую деятельность дальше соглашать, потому что, ну, в возрасте люди никому не нужны. То своей-то стране не нужны, а уж чужой подавно. Поэтому так поговорили. Ну, что, работает своему хорошо, заработок он очень доволен. Понятно, что тут бы он таких денег никогда бы не заработал. Вот, что там в несколько раз, 4-5 раз больше заработки, чем здесь у нас. О чем можно говорить? В своей стране ничего не заработаешь. Съездили они с женой в Египет, порассказывал, как там хорошо отдохнули, и море хорошее, и сервис хороший. Вот. Ну и все, так вот можно сказать, по-семейному посидели. Он небольшие сувенирчики, ну не сувенирчики, сейчас покажу. Вот это вот передал вот такой вот египетский чай каркаде. Ну, мы у мамы попили, вкусный. Вот такие вот две шоколадки. Вот. И вот такой набор вот таких вот еще шоколадок. Разных в коробочке. Ну, вот так вот. А это я потом зашла еще в магазин. Купила квас. Вот такой. Хлебушка, капусты, вот такой длинный огуречище. Вот Витя сказал, где-то там у себя поискал книжки, говорит, ребенку почитать. Ну да, действительно, смотрите, Винни-Пух, загадки.
поиграй, поучись. И какой-то несговорчивый фараон. Ну, какие-то картинки. Ну, красивая, чё, книжечка. Так что вот так вот наше воскресенье прошло. Хорошо, посидели, пообщались, потому что теперь неизвестно, когда опять он уедет в свою Польшу. И когда там следующий раз с этим карантином, вообще неизвестно, когда там получится у него вернуться. Да, вот так вот наш народ уезжает. Он говорит, конечно, вроде и работа там хорошая, и ребята, с которыми я работаю хорошо, и руководство, говорит, очень уважительно к нам относится, и все. Но все равно это что значит быть оторванной от семьи, как растут дети, это только так по скайпу, да по вайберу, или еще там как, знаете, там через трубу разговаривать. А на самом деле, говорит, это ж надо детям уделять внимание так, чтобы посидеть и пообщаться, на какие-то темы поговорить. А что ты по телефону алабала? Ну, а с женой? Вообще ж, даже не будем оговаривать, да, какие отношения с женой, если это через телефон. Друг другу это, стихи почитали и все. Так что вот так прошел, я считаю, очень хорошо выходной день, воскресенье, последнее воскресенье весны. Завтра еще один день весны и во вторник лето начинается. Все, завтра на работу, отдыхаем.